И на правом фланге. Здорово. А вот Матвеенко один на один. Зажигает арбитр офсайд. Зажигает все-таки положение вне игры. Антон Матвеенко рвался к воротам Степановой. Казалось, что он спиной вот был и не видел, как поднял боковой флажок. И поэтому продолжил атаку. Но очень-очень перспективно все выглядело и вкусно. Я думаю, что если бы положение вне игры судья не засек, то Матвеенко обязательно бы, мастер такой, как Антон Матвеенко, должен был выход один на один этот решать без вопросов. Пополнение на фанатском секторе традиционное. Только Говель, только победа. Но я думаю, что следует просто дать какой-то толчок, чтобы публика завелась. И вот сейчас, возможно, дальний удар может последовать. Ну, концевой, наверное, метров на 12 разогнался. Но нет, Афанасьев все-таки бьет по воротам. А выше. Ну да, неудивительно, что концевой отошел на 10 метров. Мы знаем, какая пушка у Сергея Концевого. Наверное, один из самых сильных ударов в нынешней команде Гомеля. Но, видите, не рискнул капитан бить по воротам. Пытаются не обострять, включают скорости, как сейчас Дима Комаровский. Снова на Афанасьева направо. Следует подача. На выход не пошел. Не пошел голкипер на выход. И правильно, наверное, сделал, потому что мяч был по уходящей траектории. Шел. Очень опасно сейчас было у ворот. Валерий Жуковский слева обострял, делал передачу. Там рикошет был и на угловой уходит мяч. Правильно сделал Степанов. Минутой ранее, когда шла подача справа, по уходящей шел мяч. И если бы голкипер не дотянулся, то могли бы возникнуть серьезные проблемы. А так остался в рамке. Защитники подстраховали. И все для торпеда в том эпизоде закончилось вроде бы хорошо. Но сейчас посмотрим, что будет дальше. Угловые фанаты продолжают петь. Вот этим ребятам все нипочем. Результат на табло. Погода, различные другие невзгоды всегда вместе со своей командой. Перед такими фанатами нужно снимать шляпу. И таких фанатов, кстати, у жодинского торпеда тоже два десятка собралось. Как завороженные стояли просто и смотрели. А вот это может быть, вот это мог быть эпизод, который решил бы исход, но об этом чуть позже, пока. Пока Матвеенко негодуют трибуны. Мимо, срезается мяч ноги у Корницкого. Алексей Меркулов поднялся и тоже сигнализирует в адрес Олега Черепнева. Но, конечно, не знаю, поспешил ли арбитр просто поставить штрафной. Или все-таки нужно было как-то обдуманнее подойти к этому эпизоду. Там Селява откровенно завалил Корницкого в центре поля. Просто откровенно завалил. Там могла последовать передача на Афанасьева. Матвеенко там один тоже был слева практически. И такое нарушение, это срыв был перспективной атаки, друзья. А эта карточка стала бы для футболиста торпеда Александра Селявы уже второй в этом матче. Поэтому все-таки на откуп отдадим арбитру. Думаю, инспектор матча обратит на этот эпизод тоже внимание. Не исключено, что именно вместо Корницкого может появиться македонец. Желтая карточка. Он у полузащитника, который сейчас на поле, который сейчас с мячом. Поэтому выход. Ой-ой-ой-ой-ой. Глеб и Минди там, и Селява еще третий, втроем, чуть ноги не вырвали. Яночкин, Валерий Потапович там, старший тренер Гомеля. Наверное, не подбирает никаких слов у Бровки, аж покраснел. Представитель тренерского штаба Корницкому досталось очень серьезно, но он сейчас будет, наверное, попытается как-то отомстить, создать опасный эпизод, остановку. И даже не дрогнул Паша, наверное, уверен в себе на все 100%. Тоже находится в прекрасной форме. Ой-ой-ой-ой, вот про кого я говорил. Первые полчаса Паскаль Минди приложился, наверное, метров с 25. Хаткевич вроде бы контролировал ситуацию, но все равно было очень опасно. Если скажу, что это, наверное, самый опасный эпизод в первой половине, то ничего не приукрашу. Был удар по воротам. Торпеда, но там мяч летел по центру, а сейчас такой на средней высоте, в левый угол от себя Минди направлял мяч, и очень динамичный эпизод был. Смотрите, какая интересная ситуация, Щегрихович. Искусственное положение вне игры пытались создать гомельчане, но не получилось у них это сделать. Еще один дальний удар сейчас по воротам Егора Хаткевича наносит Александр Селява. Уже такой третий похожий эпизод, и постоянно вот чуть влево улетает мяч от ворот Хаткевича. Что он провел все матчи от звонка до звонка. Удар по воротам!
Это Дмитрий Щегрякович. Очень опасно было. Ой-ой-ой-ой. Нет, концевой на правах капитана. Подошел у Корницкого, мяч отобрал. Отдал его Афанасьеву. Афанасьев под удар Жуковскому. И Валерий с разворота. Здорово пробил в ближний угол. Но опять же Степанов там все зацементировал. Голкипер Жодинского торпеда. А вот это ошибка. А вот это да. Вячеслав Глеб один на один с Хаткевичем. Убирает он одного оппонента. Но Кондратьев, вот вам, всем критикам ответ. Кондратьев в самую последнюю секунду спасает положение. Браво, Сергей Кондратьев. Теперь там лишь на 90-й минуте одна замена была. В матче с Нафтаном тоже Михаил Афанасьев, Денис Яхно сменил очень поздно. А удар по воротам! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пока мы говорили о заменах, камерчане показывают, что есть кому забивать и сейчас на поле. Дмитрий Комаровский с левой ноги мощным ударом. Чуть было не прошил Романа Степанова. Потому что мы видим, что и Жуковский, и Комаровский, и Корницкий, Антон Матвиенко. Бьет по воротам! Вот тогда! Вот это удар! Не зря Матвиенко хватается за голову. Рядом с ближней девяткой просвистел мяч. И казалось, что немножечко выше без ворот Роман Степанов эту же рамку и потерял. Будь чуть-чуть поудачливее, это Антон Матвиенко в этой ситуации не миновать бы. Не миновать бы гола.